В Восточном Казахстане одними из активных участников программы «Дорожная карта занятости» 2020 стали жители сел. К примеру, только в Бородулихинском районе с начала года уже реализуется свыше 20 проектов на сумму порядка 55 миллионов тенге. На полученный кредит сельчане открывают пекарни, кормовые цеха, стоматологии. Братья Стикины в поселке Жескент запустили одну из крупных в районе станцию техосмотра. Начинающие предприниматели получили микрокредит в размере 3 миллионов тенге, закупили современное диагностическое оборудование и теперь от клиентов нет отбоя, говорят владельцы СТО. К слову, за 5 лет реализации программы «Дорожная карта занятости» в Бородулихинском районе было создано почти 500 новых рабочих мест. Программа хорошая, действительно помогает людям, тем, кто ее берет. Выплачиваем, все выплачивается стабильно, без проблем, график удобный. Хорошо, что такие программы есть, и надо, чтобы их было больше. То есть сегодня активно мы ищем тех людей, кто действительно хочет заниматься предпринимательством, кто имеет возможность обеспечить залоговое обеспечение. За 5 лет, вот с 2011 года, у нас более 225 проектов было, людей было взято кредит на более чем на 500 миллионов. На сегодняшний момент люди работают, неплохо работают.